Антоша будет сейчас заниматься с пластилином, да? Покажи, как ты умеешь печать ставить. Да, так размяли его. А теперь будем печать ставить. Клади. Клади на столик. Или ты хочешь порвать на кусочки? Порвать на кусочки? Ну давай, можно порвать кусочками, да? И покормить уточку, да? Или цыпочку. Порвем на кусочки, а потом будем ставить вот такую вот печать с зайчиком, да? Да. Зайкой будем печать ставить. Так хочешь? Нет, смотри, давай вот так вот разомнем его. Разомнем, да, разомнем. И вот сюда вот печать такую. Опа! И что у нас там получилось? Покажи, покажи. Покажи мне. Покажешь? Вот, там зайка получился, да? А чем-то там Антоша занимается наш? Что, ты играешь с лизуном, да? Или что это у тебя? Можно почитать? Мялка-жмялка. Рекомендуется детям с 14 лет. Но мы решили дать Антоше поиграть под контролем, да? Похоже на пластилин, но немножко более мягкая, да? Покажи, Антоша, как ты крышечками делаешь формы. Покажешь? Вот, вот так вот. Очки, да, слепил Антоша. Очки, потом он умеет лягушечку делать еще, да? Из мялки, жмялки. Вот, такие очки у него получились. А смотри, как легко, легко скатывается, да, назад. Вот. Можно что угодно сделать. Игрушка антистресс называется, да? Нравится тебе она? Папе нравится? Папе нравится игрушка такая? Папе не нравится. Нравится, да? Вот так вот, да, ручками делает Антон. Может долго с ней играть. Отпечаток ладошки, да, можно сделать. Вот как у Антоши получилось красиво. Что угодно, да, можно сделать.